ночь с 23 на 24 ноября украинская артиллерия била по Донецку ракетными системами залпового огня «Град». Полночь выдалась жаркой. Досталась Куйбышевскому району, а именно поселку Красный Пахарь. Была практически полностью уничтожена улица Великая Новоселковская. В этом районе нет и не было позиции армии Новороссии. Следовательно, ВСУ целенаправленно зачищали жилые кварталы. Чудом обошлось без жертв. Однако есть пострадавшие. Да представляете, если бы она еще шаг сюда сделала, это все осколки были в ней и в ребенке. Вот это ее этот кроссовочек. Уничтожена и сгорела автобаня на Смолянке. За последние три дня киевская артиллерия отработала по Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому и Красной Пахаре. Сейчас мы находимся на Смолянке в автобане, куда сегодня, 25 ноября, пришлось прямое попадание. Работало РСЗО «Град», и исключительно попадания пришлись на мирные районы и инфраструктуру города. Пострадал храм Петра и Павла. Из трех взрывов первый раздался прямо над алтарем, снеся купол. Прихожан не зацепило. Церковные утвари и иконы святых уцелели. Два оставшихся взрыва пришлись по территории храма. В Киевском районе снаряды легли в дома около школы номер 56. Котельная, находящаяся неподалеку, вопреки заявлениям в соцсетях, не пострадала.